Ровно 20 лет назад, в марте 2000 года, впервые, согласно указу президента, вышли с предложением присвоить звание «Мать-героиня», то есть отнесли к государственным наградам. И вот за эти 20 лет по городу Одессе 192 мамам было присвоено такое почетное звание. Среди них 10 матерей, у которых более 10 детей. И сегодня очень приятно, что согласно указу президента уже от 7 декабря текущего года 15 мамам нашего города присвоено почетное звание «Мать-героиня». В прошлом году у нас на уровне города была создана комиссия, которая рассматривала заявления от мамочек. Затем процедура выносили на рассмотрение решения исполкома, и потом шла длительная процедура оформления документов. Это было все в течение года. В течение этого года мы подготовили 20 таких представлений. И, конечно, очень приятно, но лично я ждала долго и с волнениями трепетного этого дня, когда мы наконец-то увидели опубликованный указ президента. Дорогие мамочки, которым присвоено это почетное звание, дорогие мамочки, которые стремятся получить это звание, я хочу сказать, что вы делаете ежедневный подвиг, потому что ту роль, которую вы осуществляете в воспитании детей, в своей семье, она, наверное, не оценивается как какой-то производительностью, как люди, которые за станками, как люди, которые в поле ежедневно. Но это очень-очень тяжелая работа. И вот это звание, которое сегодня присвоено, это, наверное, только маленькая часть того, что может сделать государство, то, что могут сделать местные власти. Я хочу поздравить всех мам и матерей-героинь, и тех мам, у которых тройняшки, трое детей, двое и даже один ребенок, с наступающими праздниками. Сказать вам спасибо за ваш труд, за труд, который вы ежедневно делаете. Пожелать в канун праздников здоровья, крепкого вам лично, всем вашим семьям, у кого маленькие детки, чтобы они не болели, у кого они взрослые, чтобы меньше было проблем, чтобы они учились, а у кого есть внуки, чтобы внуки тоже приносили вам минуты наслаждения. Хочу всем семьям нашего города пожелать добра, мира, счастья, хорошего настроения, именно праздничного настроения. С Новым годом, с наступающим Рождеством!